Вот это вообще мой первый опыт в электронике. Ну, как-то так и получилось. Этот музыкальный инструмент называется металлофон. Он настроен в гамме фа минор. Собственно, каждый вид листов должен своим резонирующим. Многие воспринимают математику как просто набор каких-то сложных формул или еще что-то, концептов. И в этом смысле теряется некоторое такое понимание, что иногда вы на самом деле или ваш мозг делает математику в тот момент, когда вы не думаете о том, что эта математика есть. На самом деле у меня вообще нет никакого музыкального образования, и как раз на модуле я хотя бы получил, скажем так, очень обширную базу по музыке. Самое основное, что для себя почерпнула, это работа с материалами. Помимо физической и математической части, хотелось немножко пробалансировать на вот этой тонкой грани. Все-таки где субъективное, а где объективное. В том смысле, где нам это нравится, потому что это нравится лично нам, или в этом есть какая-то закономерность другая. Вот как-то такая была задумка.